Заработать от $10 в день по мобильному телефону быстро, легко и просто, собирая криптовалюту с различных проектов. А если приложить усилия, то сумма увеличивается в разы. Ну а если через некоторое время крипта выстрелит в десятки, а то и в сотни раз, что уже неоднократно бывало, тогда и вовсе не сосчитать заработанных денег. В этом видео я покажу вам, как пополнять свои криптокошелечки на примере 4 проектов. О каждом из них есть подробнейший видеообзор на главной страничке моего канала «Заработок в интернете без вложений». А также в описании есть ссылочки под видео. Так что собирайте криптовалюту и подписывайтесь на канал, где я буду радовать вас новыми проектами. Я создал специальную папочку «Заработок» и приступаем. Первый проект «Ралли». Монетка «Ралли» стоит 5 центов. При регистрации в аирдропе мы получили 1200 монет. Сверху вы видите счет. На данный момент у меня 3500. 3500 это примерно где-то $70. Как пройти регистрацию, вы увидите в главном проекте, который у меня на главной страничке. Здесь нажимаем «Контест». Многие проекты предлагают нам свои задания. Давайте начнем с первого. Здесь нам проект предлагает сделать пост поста, либо лайк поста, либо комментарий. Ну вот я какие галочки отмечены, те уже сделал. Количество монеток за каждое задание мы получаем. Ну давайте, чтобы быстрее, сделаем лайк поста. Заходим, ставим нравится и возвращаемся обратно. И через какое-то определенное время здесь появится галочка, что мы это задание выполнили. И к нам упадет 10 токенов. То есть у меня станет 35-16. Ну и аналогично, тут очень много проектов. Можно сделать в каждом проекте. Выполняя задание, набираете токены. Очень быстро и легко. Этот проект также предлагает реферальную систему. Если вы приглашаете партнера в этот проект, то автоматически получаете 300 токенов за его регистрацию. И также 5% от его задания. Это только на первом уровне. Как только 10 человек пригласите, уровень 2 уже подразумевает получение 10%. Если уровень 3, там, по-моему, 25, ну, посмотрите, кому будет интересно, то уже, соответственно, процент повышается. Также здесь ваш кошелечек, где вы всегда видите свой баланс. 6 марта заканчивается airdrop, и вы сможете перевести свои токены. Здесь также все ваши транзакции. 500 токенов вам дают сразу за то, что вы скачаете этот гаджет. И сразу очень подробно описывается, за что вы зарабатываете токены. То есть, к примеру, 500 за то, что я скачал приложение, 100 за Facebook привязку, Twitter 100, ну и так далее. Это вы все увидите в первом. И далее уже идет работа. 300 токенов это за партнера мне дали. Также 5. Уже первый уровень, он выполняет задание. 10, вот как раз я выполнял задание, делал комментарий. Этот 10 тоже за комментарий, легко разобрал. Далее следующий проект. Bitter. Этот проект предлагает нам каждые 2 часа зарабатывать токены случайным образом. От 0,0025 токена Bitter до 25 токенов. Типа лотереечки. Каждые 2 часа вы можете это делать и собирать токены. И также у этого проекта есть рефералочка. Прошли капчу и нажимаем Get You Bitter. 0,05. Ну, это немного. У меня было и 0,25. Токен этого проекта стоит $1 примерно. Ну, то есть 100 токенов стоит 1 эфир. Здесь вы можете посмотреть, нажать на меню и посмотреть дашборд. На данный момент у меня 4,52 токена. Ну, и также все ваши действия отражены вот здесь. Время, количество токенов. Синеньким это делал я. Чуть потемнее это мои рефералы. Число, время, количество. Следующий проект. White. Здесь у меня уже собрано 130 токенов. Цена токена 1,4 цента. И этот проект предлагает нам один раз в день получать от 14 центов до $14. Нажимаем вот сюда, третья вкладочка. А, к сожалению, здесь еще у меня время идет. Только через 21 час, 37 минут, 41 секунду, я нажимаю на этот кружочек white, где написано, и токены падают нам на кошелечек. Примечательно то, что этот токен уже торгуется на бирже. Это мы можем посмотреть на CoinMarketCap. Нажимаем поиск, вбиваем white и видим, цена монетки 0,014 доллара. Ну и последний проект, RKT8, токен, который уже, наверное, известен всем. Вот у нас 2 задания. Заданий в день бывает 3, 4, 5. Ну, мы пока для наглядности выполним одно. Давайте выберем YouTube. И здесь он нам сразу предлагает его выполнить.
То здесь нам нужно сделать раз шаг, два шаг, три шаг. Первый — перейти по ссылке, подписаться на канал. Если подписан, то просто уходим обратно. Второй — перейти по ссылке, посмотреть видео. И перейти по ссылке, подписаться на канал. Выполнить. Здесь идет проверка то, что вы человек. 196 нужно ввести сюда. Пишет, что задание успешно принято. Ну и начинаем его делать. Перейти по ссылке, подпишись на канал. Если подписан, просто открой и закрой. Но оно у меня выполнено, не буду это делать, потому что я уже подписан на этот канал. Поэтому сразу следующий этап. Перейди по ссылке и посмотри видео до конца. Открываем видео. Нажимаем. Ну и смотрим видео до конца. Здесь у нас 22 минуты, но бывает видео покороче. Но я делаю это проще. Отключаю звук и забываю про телефон. Через 22 минуты или через 30 возвращаюсь к нему и заканчиваю это задание. Итак, видео просмотрели. Нажимаем «Готово». И нажимаем на следующее действие. И бот нам пишет то, что задание успешно выполнено. И мне начислен 0,05 РКТ. 0,05 РКТ это где-то нужно умножать в среднем на 4. Было и 7 долларов стоила эта монетка. Ну, это где-то 20 центов, наверное. Ну, в основном 30-40 центов за задание дают. Давайте посмотрим. Вот сюда на квадратик нажмем. Посмотрим баланс. Сначала на главное. Твой кошелек. Мой баланс. Баланс 2,26 токена. Это где-то 9 долларов. Итак, 4 проекта мы рассмотрели, но у кого сил и времени хватает на больше, то может делать и 10, 20, 30. Ну и, соответственно, ждем, когда криптовалюта вырастет и наши деньги увеличатся в разы. Напишите в комментариях, нужны ли такие проекты, поделитесь своим мнением и пожеланиями. Ну а если все понравилось, нажмите на пальчик вверх и колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект.